Нет у нас в этом году проблем, как всегда, с набором. Мы выполнили все контрольные цифры приема. 1113 студентов мы приняли. И хочу сказать, что этим студентам, теперь уже студентам, не абитуриентам, здорово повезло. Поскольку в этом году достаточно большое количество событий российского масштаба произойдет и на площадке Ульяновского государственного педагогического университета. Если кто внимательно смотрит новости Ульяновской области, обратили внимание, что образовательный форум проходил с участием и губернатора Ульяновской области Сергея Ивановича Морозова, и министром просвещения Российской Федерации Васильевой Ольгой Юрьевной. Задачи поставлены большие. Перед педагогическими вузами России особые задачи, поскольку идет национальный проект образования.